Привет, и мы продолжаем приключения Эй-Джея, охотника на зомби. Итак, вот такой вот прикольный, необычный костюм сосиски дали нашему Эй-Джею в прошлой части. Давайте-ка я лучше покажу. Вот так. Ну что же, друзья, ожидал немножко большего, но прикольно. То есть на эту сосиску, я думаю, он будет ловить зомби. Ну что же, поможем нашему Эй-Джею развить бизнес, поможем поймать зомби. Итак, сюрприз, Эй-Джей. Давайте-ка, друзья, попробуем. Вот так, отлично. Двое зомби поймали один выстрел. Ой-ой-ой, нужно пролетать. Вот так. Ой-ой-ой. Там, кстати, был морской монстр. Итак, немножко разбили защиту. Ой-ой-ой, друзья, пузырь немного помешал нашему Эй-Джею. И вот так. Ой-ой-ой, какой оказался шустрый зомби. Ой-ой-ой, друзья, и нам нужна морозная пушка. И да, друзья, вот так подморозил аквалангиста, чуть не ушел от нашего Эй-Джея, но тем не менее очень хорошо сработал Эй-Джей. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас еще окажется. Итак, прячемся с вот таким забавным костюмчиком сосиски. Итак, сюрприз, Эй-Джей, вот так, ой-ой-ой, уходит, друзья, уходит. Ай, и вот морской монстр чудом его не слопал. Итак, не буду рисковать, друзья. Вот выпущу морозную ракету. Что-то он очень уж быстро начал от нас удирать. И давайте-ка я на выходе, на всякий случай, здесь установлю ловушку Теслы. И попробуем поймать вот этих двух зомби без морозной пушки. При помощи только гарпуна. Итак, прячусь. Ага, вот так, здорово. Отлично, убил акулу. А вот поймал русалочку. Ну, а вот этого мелкого красного уже очень здорово сработала ловушка Теслы. Ну что же, замечательно, друзья. И сейчас мы с вами идем на очередное звание. Вот, не помню точно, как оно называется. Но сейчас закончим, посмотрим. Если, конечно же, возьмем очком мастерства. Итак, друзья, давайте-ка я брошу вот мост, спрячусь, посмотрим, кто здесь попадется. А здесь оказалось два краба. И вот таким вот удачным выстрелом сразу же двух поймали. И так, исполнительный наемник. Вот как называется новое звание, который Эй-Джей набивает очки. И вот уже пятое очко вот набили. Ну что же, друзья, продолжаем охоту. И сейчас мы будем развивать бизнес Эй-Джея и, конечно же, передавать приветы. Итак, возвращаемся в кафешку. Ну что же, друзья, большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям от Эй-Джея и от меня лично. Кроме того, особый привет Елизавете Кобзевой, Олегу Гончару, Звездному Лорду и Алине Бурихиной. Друзья, большущий вам привет от меня, ну и, конечно, от Эй-Джея. Итак, друзья, сегодня мы будем вот надевать на нашего Эй-Джея паучий шлем. Костюм сосиски, мы его уже надевали, химзащиты костюм, зимнюю шапку, дьявола. Кроме того, вот попросил прости подписчик Лагуну с гарпуном первого уровня. И еще вот в костюме водолаза в Китае. Ну что же, замечательно. Почему-то, друзья, не всегда вот срабатывает задание. Вот пишет 20 часов, хотя вот я вчера играл, прошло как бы время, должно было задание каждодневное обновиться, почему-то оно не обновилось. Почему вот такие вот нюансы бывают, честно говоря, непонятно мне. Но, тем не менее, ничего страшного. Ну что же, друзья, тогда давайте-ка мы отправимся с вами на болото. Кстати, нужно было бы, друзья, еще посмотреть, что у нас с деньгами делается. Итак, есть 143 тысячи, давайте-ка я запущу зомби-выжималки. Пусть пока вырабатывают деньги. Возможно, друзья, сегодня улучшим еще несколько зомби-выжималок. Было бы здорово. Итак, есть у нас пляжные девушки, из которых можно делать какие-то вкусняшки. Ну и давайте-ка, друзья, из других зомби, которых доступно, тоже наделаем вкусняшек. И вот запустим улучшение для тех машин, которых возможно. Так, есть у нас этого пластика? Нету. Ну, а китайских зомби у нас должно быть большое множество. Давайте-ка я вот так попробую. Отлично. Вот это вот мелкий есть, хорошо. Ну и, конечно же, русалочек аквалангистов очень много. Краба проверим. А как у нас вот этим красненьким? Нету, почему-то недостаточно. Так, желтенький у нас есть. Ну вот, замечательно, друзья. Вот. Друзья, писали наши подписчики, что если
какое-то зеленое изображение снизу, тогда вот ту зомби-машину можно улучшать. Ну, так вот, давайте-ка я посмотрю, есть ли возможность улучшить. Нету. Вот видите, здесь улучшение 250 тысяч, а у нас всего вот 147. Да, здесь тоже очень большие деньги. Пока, друзья, не можем мы дальше улучшить. Очень дорого все это стоит. Ну, возможно, здесь поменьше. 160 тысяч. Вот, как бы все доступно, но у нас только 150 тысяч. Вот поэтому не можем купить. Ну хорошо, друзья, итак, пока зарабатываем деньги, не можем мы пока улучшить вот все зомби-машины, но насобираем деньги, тогда улучшим. Итак, друзья, отправляюсь с вами, вот, давайте-ка отправимся на болото, наденем паучий шлем, то есть одна из подписчиц попросила его надеть, и, конечно же, друзья, будем попробовать зарабатывать новые очки мастерства, и покупать новые шапочки для нашего Эджея. Кстати, друзья, одна из подписчиц очень просила, вот, есть у меня записано, чтобы я походил с пушкой Теслы. Что же, исполняю от этого желание, выбираю паучий шлем и отправляемся с пушкой Теслы на охоту. Кстати, очень здорово вот из пушки Теслы попадать двух, трех, ну и четырех зомби. Очень здорово вот срабатывает цепная молния. Давайте-ка я, друзья, покажу, например, как вот. Да, здорово, здорово. Ну, два зомбика это мало. Нужно хотя бы, чтобы 3-4, тогда это интересно. Отлично. И сюрприз Джей. Вот так, хорошим выстрелом ловит сразу же двух зомби. Давайте-ка собьем вот эту птичку. Вернее, это летучая мышь. И посмотрим, друзья, кто же еще здесь у нас есть. Вот так вот, шутя на излете, разбивает Эджей летучую мышь. Ой-ой-ой, друзья. Вот так, испугали немножко зомби. И вот чудесно, еще двоих зомби мы поймали. Ну что же, замечательно, друзья, очко мастерства получено. Очень здорово. Итак, друзья, переходим к следующую миссию. Перейдем в следующую миссию. Перейдем, друзья, с вами в пляжные земли. И наделим, друзья, костюм химзащиты. Отлично, отлично. Вот где же наши пляжные земли. Вот они. Давайте-ка сюда, друзья, перейдем. Оставлю я пушку Теслы, а вот наденем нашему Эджею костюм химзащиты. Ну что же, здорово, друзья. Итак, отправляемся дальше. Вот, кстати, друзья, что-то я не могу сообразить, как выбрать гарпун первого уровня. Просила вот подписчица пройти с ним в лагуне. Ну, дойдем, попробуем. Итак, продолжим игру. Бросаем мозг. Ого-го, друзья, сколько здесь зомби. Вот, это будет интересно. Итак, выстрел. Вот, ничего себе, друзья, это какой-то рекорд. 5 зомби написано. Что, мне кажется, здесь было больше. Должно было быть 6, но тем не менее вот 5 зомби вот написало, что мы попали. Хотя нет, смотрите, один утащил корабль, а еще 5 лежит. То есть 6 зомби мы поджарили, но почему-то написало только 5. Ну что же, хороший результат. Очень здорово сработали. Давайте-ка я посмотрю, друзья, кто еще здесь у нас появится. Ну, этого одинокого зомби, друзья, мы просто из гарпуна вот так снимем. Отлично. А кто здесь у нас окажется? Здесь у нас уже выход. Но тем не менее, друзья, я давайте-ка не буду рисковать очком мастерства. Бросим мост и посмотрим, кто здесь у нас появится. Ага, ну здесь два обычных пляжных зомби. Вот так шутя мы их поймали. И вот не удалось, не дало мне забрать ловушку Теслы. Ну что же, замечательно, друзья. Еще одно очко мастерства получено. Пойманы все зомби. И давайте-ка, друзья, вот отправимся с вами в зимние земли. Вот, и, кстати, вот очень вовремя, вот есть у нас зимняя шапка. Сейчас мы в зимних землях наденем нашему Эджею зимнюю шапку. Так, где же она, зимняя шапка? Очень прикольная, очень забавная, вот такая вот интересная яркая шапочка. Ну что же, замечательно, друзья, отправляемся с вами в зимней шапке и посмотрим, как же в ней будет выглядеть Эджей. Вот такой вот милашка-симпатяшка, замороженный мамонт, вот стоит в ледяной глыбе, но мы пока, конечно же, будем вот ловить зомби. Ага, вот
Ой-ой-ой, оглушил Эйджея снежком. Очень здорово. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, да. Ай, ушел, ушел. Вредина вот спрыгнул в яму. Видите, как обидно. И все, друзья. И очко мастерства мы уже потеряли. Ушел. Ушел вредный зомби. И давайте-ка посмотрим, кто здесь еще у нас появится. К сожалению, уже очко недоступно. Ой-ой-ой, ну какие-то они вот очень шустрые. Ну-ка, ой-ой-ой-ой. Ну вот, поджарили. Ничего страшного. Давайте-ка я попробую еще вот так посмотреть, кто здесь у нас. Вот так вот, здорово. Тоже с пушки Теслы поджарил. Отлично. И вот, друзья, есть у нас четверо зомби. Давайте-ка я не буду рисковать. Установлю здесь ловушку Теслы. И посмотрим, кто здесь у нас. Ой-ой-ой. Не то сделал, хотел бросить мозг, вот, и спрячусь, посмотрю, кто же здесь у нас появится. Итак, множество зомби, бросаю, вот, поджариваю при помощи пушки Теслы, но, к сожалению, друзья, очко мастерства не взяли. Ну, ничего страшного, а сейчас, друзья, давайте-ка мы отправимся в Китай и надену маску водолаза, как вот и просил наш подписчик. Отлично, отлично, отлично. Берем маску водолаза. Где-то она в конце уровня. Вот. Вот купальник называется правильно. Вот эта маска. И попробуем, друзья, сейчас здорово поймать в Китае всех зомби, чтобы не потерять очко мастерства. Отлично, здорово. Отправляемся в китайский квартал. Посмотрим, кто здесь у нас прятался. Ага, вот есть одинокий зомби. Ну, давайте-ка, друзья, посмотрим, подкоролим его. И сюрприз, Эйджей. Вот так, да, здорово поймали. Хорошо, отлично. И посмотрим, кто здесь у нас. И еще очередной зомби пойман. И еще вот так. Ой-ой-ой, друзья, почему же я не смог их сбить? Ой-ой-ой, какие-то оказались очень сильные. Ой. И как-то удрал, непонятно так. И вот три раза стрелял, друзья, три раза отскакивал от него наш гарпун. Почему вот так получилось, непонятно. Ой-ой-ой, друзья, вот так здорово оглушили Эйджея. Ой-ой-ой, почему же пушка не достала? Недостаточно, друзья, было заряда. И еще вот так. Ой-ой-ой, так оглушает здорово. Вот, наконец-то догнал и поджарил. Ну что же, неплохо, но опять же, друзья, потеряли очко мастерства. Как-то не очень хорошо получилось, тем не менее, вот очень здорово справился Эйджей. Но не так, как хотелось бы. Ну что же, замечательно, друзья. А сейчас давайте-ка мы отправимся с вами в лагуну. Попробую я, друзья, вот выполнить задание. Вот просил подписчик взять и вот... Какой-то, наверное, то ли глюк игры. Вот видите, прокручиваю все время гарпуны третьего уровня. Вот здесь меняются у нас сетка, транквилизатор, пушка Теслы, морозная пушка. А вот с моделькой вот гарпуна какой-то прикол. Причем, вот видите, здесь тоже капкан. Ловушка меняется, одежда меняется, а почему-то моделька не меняется. Почему вот такой вот глюк, непонятно. Тем не менее, друзья, давайте-ка еще я попробую вот в экипировке. Вот есть гарпун модель 1, гарпун модель 2, гарпун модель 3, ну и все. Но тем не менее, друзья, почему-то не срабатывает. Почему не срабатывает, не могу понять. Ну что же, тогда давайте-ка мы отправимся с вами. Вот, возьму опять же пушку Теслы. Вот, берем... Вот маску дьявола и отправимся с вами в лагуну. Попробуем еще половить зомби. Ну что же, замечательно, друзья. Вперед, вперед. Попробуем при помощи пушек поджарить очередных зомби. И попробуем развить бизнес Эйджея. Отлично. Отправляемся, друзья, вот с вами на поиск зомби. Ага, вот, кстати, с самого низу морской зомби-босс. Давайте-ка я установлю сразу же здесь ловушку Теслы. Если будут убегать, друзья, далеко не уйдут. Вот сработает ловушка Теслы и удастся нам их всех поймать. Так, прячусь. И сюрприз, Эйджей. Вот, отлично, двоих зомби поймал. Хорошо, давайте-ка попробуем догнать аквалангиста. Очень уж какой-то быстрый. Вот, отлично, очень хороший выстрел.
Ну что же, замечательно, друзья. Итак, давайте-ка еще вот эту акулу уберем. Ну вот, чудесно, чудесно. И еще вот эту медузу уберем. Тоже неплохо. Кстати, давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас окажется. А здесь оказался вот такой забавный краб. Ой-ой-ой, как здорово убирает. Смотрите-ка, вот так еще оглушает Эйджея своими медузами. Вот, тем не менее, так просто от Эйджея не уйдешь. Ну что же, чудесно, чудесно. Пойман зомби. Давайте-ка я уберу вот эту медузу, чтобы не мешало нашему Эйджею. Вот, одним выстрелом сразу же двух медуз мы сбили. Итак, давайте-ка я спрячусь. Возьму пушку Теслы и посмотрим, что из этого получится. Вот так вот. Замечательно. Ой, почему это не взяла пушка Теслы? Вот. Отлично, отлично. Очень здорово поджарили. Сразу же троих. И давайте-ка, друзья, остальных я уже добью гарпуном. Посмотрим, кто здесь у нас появится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как здорово, друзья. Вот крабы сработали. Ой-ой-ой. Итак, не буду я ей рисковать. Вот так просто поджарю из пушки Теслы. Ну что же, друзья, еще очередное звание к званию исполнительный. Вот, кто там у нас исполнительный, сейчас почитаем. Ну что же, замечательно, замечательно, очень здорово вот сработали, очко мастерства заработали. Вот, выполнили все условия и пожелания наших подписчиков. Кроме того, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас вот с прогрессом, с нашими званиями. Итак, мы уже, друзья, с вами прошли новичок, начинающий ловец, охотник-любитель, ученик сталкера, ассистент капканчика, младший истребитель, главный по гарпунам, старший истребитель, опытный киллер, мастер-преследователь. И сейчас мы, друзья, идем на звание исполнительный наемник. Ну, я, друзья, надеюсь, что мы в ближайшее время его возьмем. А вот в следующем уровне, друзья, уже у нас будет какая-то награда и очередной костюм. Не знаю, друзья, что там будет за костюм, но я надеюсь, что мы это увидим. Ну, а пока, друзья, на этом мы будем прощаться. Только вначале я покажу, вот какие есть у нас костюмчики. А вы, пожалуйста, пишите в комментариях, в каком костюмчике вы хотите увидеть нашего Эйджея. Я буду снимать для вас видео. Итак, есть у нас ковбойская шляпа, есть охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, вот деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд, купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, получи шлем, дьявол, вот дракон, костюм гоблина, камуфляж, вот набор реактивов, костюм химзащиты, ну и вот эта сосиска на палке, которую мы получили, когда вот взяли вот звание мастер-преследователь. Вот, здесь, кстати, сверху и написано, этот предмет дается в награду за звание мастер-преследователь. Ну, а здесь то же самое, вот за звание старший истребитель, это за звание младший истребитель, а это за звание ученик сталкера. Ну что же, друзья, на этом я пока прощаюсь с вами, пока-пока, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья, до новых встреч!